Приветствую вас. Вот так на вскидку можно сказать, что ваша проблема решается путем организации деятельности в нескольких направлениях. Первое направление заключается в понимании причин того, почему мужчина начал выпивать. Алкоголь, к сожалению, существенно влияет на мужскую либидо, тем более в возрасте 49 лет. И необходимо выяснить причины, по которым мужчина начал пить. Это первое. Вполне вероятно, что эти самые причины, которые заставляют его злоупотреблять алкоголем, повлияли на его либидо, потому что на либидо, на сексуальное влечение, на сексуальное желание влияет, к сожалению, внутренние проблемы, комплексы, конфликты, неврозы, нервное и психоэмоциональное напряжение и так далее. Второе. Мужчине 50, и, к сожалению, в этом возрасте очень часто наступают проблемы именно в интимной жизни. То есть мужское здоровье в этом возрасте переживает свои не самые лучшие времена. И мужчина, понимаете, что самое главное, мужчина еще вроде бы не старик. То есть 50 лет, это, конечно, возраст уже более чем как бы взрослый, но это еще не старость. Ну, может быть начало ранней старости, но все же это не старость еще. Таким образом, можно говорить о том, что мужчина еще помнит, каково это быть там здоровым, да, быть сильным, быть имеющим возможность вступить с женщиной в интимные отношения. И если у него есть проблемы, то очень вероятно, что самому ему не хватает сил, не хватает смелости для того, чтобы признать наличие у себя этих самых проблем. В таком случае вам нужно порекомендовать ему обратиться, во-первых, к врачу, это обязательно. А если он не хочет, то тогда ситуация осложняется, потому что он, получается, думает не только о вас, но и о себе. И вся его вот эта вот схема нежелания вас, отсутствие желания к вам, напрямую влияет, причем влияет негативно, на вас же. И из-за этого можно сказать, что мужчина, не желая удовлетворить ваши потребности, проявляет эгоизм. Соответственно, вам здесь нужно сказать ему о том, что, дорогой, у меня есть потребности, я чего-то хочу, и я хочу это получить с тобой. Соответственно, почему ты мне этого не даешь? И если ты не будешь мне этого давать, что вот тоже очень важно сказать это, что если ты не будешь мне это давать, то, прости, наши отношения могут завершиться. И если мужчина вами дорожит, но если он, дорожа вами, как бы, скажем, заигрался или поверил в то, что вы никуда от него не денетесь и так далее, то это его отрезвит и поможет вернуть
понимание того, что вы не роботы, что вам нужна ласка, тем более, что вам всего лишь 29 лет. И, собственно, важно, то есть, донести до него именно вот как раз эту самую мысль. И своими поступками показать, что вы будете придерживаться своей точки зрения. То есть вы сказали ему один раз о том, что вам нужна ласка, вам нужно внимание и так далее. И больше как бы говорить вы не будете. Но поступками будете показывать мужчине, что терпеть такое не намерен. Это следующее направление. Дальше. Ага, вы пишете, что вместе вы 7 лет, за 7 лет любые отношения могут, в принципе, приесться, надоесть, войти в привычку, там, что-то еще. То есть очень важно понять, с какого момента начались у вас проблемы. С какого именно момента начались проблемы, и что предшествовало этому. Быть может, имеет смысл постараться разнообразить вашу жизнь. Быть может, имеет смысл постараться принести в нее, в эту жизнь, что-то новое, необычное, интересное, пикантное и так далее. То есть момент здесь в том, чтобы понять, чего мужчина хочет, что ему нужно. Может быть, у него изменились предпочтения, а вы этого не увидели, не заметили, и он, не получая от вас того, чего хочет, теперь просто-напросто заливает свое желание до алкоголя. То есть, условно говоря, вот таких направлений, основных направлений, которые могли бы помочь идентифицировать вашу проблему, несколько. И в каждом из этих направлений нужно двигаться. Потому что, по сути, у вас в силу возраста мужчины возможны все вот эти моменты. Делать это нужно деликатно, вежливо, может быть, настойчиво. Обязательно настойчиво, потому что если не быть настойчивой, то мужчина подумает, что, вообще-то говоря, это не так важно и, может быть, даже не придаст значения тому, что вы делаете и, например, говорите. А если вы покажете ему, что для вас это важно, своим поведением, ну, у него здесь, по сути, это дело и выбора не будет, потому что либо он принимает вашу позицию и старается что-то сделать, либо остается без вас. И в таком случае, если вы увидите, что несмотря на все ваши усилия мужчина все равно не желает ничего делать с тем, что у него нет к вам сексуального влечения, то тут только выход один, от него уходить. Потому что ничего путного, ничего хорошего от него вы, к сожалению, не получите. Отношения – это всегда ответственность и деятельность двоих людей. Вы можете попробовать завести эти отношения. Вы можете попробовать придать им новую направленность. Вы можете попробовать это сделать, да. Но ответственность за успешность этого несете не только вы, но и ваш мужчина, и если он не хочет, если его нежелание не физиологическое, а какое-то другое, более глубокое, более эмоциональное на уровне психологических проблем, то здесь, опять-таки, либо эти проблемы решать, либо расставаться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ,
Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.